Трагедия в Северном. Мотоцикл столкнулся с иномаркой. Погибла девушка. Все произошло поздно вечером на перекрестке проспекта Комсомольский и улицы Истинская. Водитель Mitsubishi Lancer пытался развернуться и не уступил мотоциклисту. Известно, что байкер проезжал на красный сигнал светофора. В результате столкновения двухколесная машина на всей скорости врезалась в дорожный знак. 33-летняя пассажирка мотоцикла от полученных травм скончалась в реанимации. Левый поворот на коммунальный мост Дубровинского будет закрыт еще на год, сообщили в мэрии. Повернуть на него с этой улицы можно будет только направо. Напомню, новая схема движения стала действовать в мае этого года. Чтобы разгрузить от пробок центр города, на участке установили запрещающие знаки и закрыли въезд бетонными блоками. Однако пока, по мнению экспертов, до конца непонятно, есть ли польза от новой схемы. Поэтому наблюдать за участком будут до июля следующего года. В Железногорске прошел чемпионат и первенство края по триатлону. Мужчины и женщины состязались в плавании, беге и веломарафоне. В зависимости от возраста и уровня подготовки, дистанция на каждом этапе состязаний была разной. Самые юные спортсмены должны были проплыть 300 метров, потом пробежать 2 километра и проехать еще 8. Все победители этих соревнований примут участие в этапах Кубка России по триатлону.